Теперь перейдем к последней части сегмента программы криптовалютных кредитных карт. Еще один продукт, который представил ЧВС в нашем бизнес-комплекте, это Dynt Pay Card. Мы будем называть его Dynt Pay Card. Эта криптокарта практически решение для платежей для вас, чтобы мы могли совершать платежи в фиатной валюте или местной валюте по всему миру, используя наши криптоактивы. Мы сотрудничали с Visa, крупнейшим в мире провайдером сети кредитных и дебетовых карт. И благодаря аутентификации Visa мы являемся подлинным продуктом. Мы полностью соответствуем закону и с сетью Visa можем практически делать платежи в любой точке мира, используя наши криптоактивы. Так что вы, как и мы, покупаете карты от Satoshi. Не будет никаких комиссий, никаких депозитных сборов за внесение криптоактивов, никаких ежегодных сборов и никаких ограничений на количество карт, которые компания может выпустить. У нас есть эксклюзивный продукт в нашей бизнес-модели, который снова станет трендом. Хотя на рынке есть разные карты с криптовалютными курсами, мы отличаемся от них. Эти карты выпускают банки или биржи. Теперь у банков есть определенные ограничения и правила. Конечно, мы тоже соблюдаем закон, но по сравнению с банками у нас больше возможностей. Прежде всего, эта карта будет доступна в модуле аффилированного маркетинга. Вы точно получите партнерские комиссии и льготы. Также мы предлагаем кэшбэк за наши собственные траты и траты наших клиентов, которым мы продали эту карту. Это делает нашу программу криптокарт и программу кредитных карт очень-очень эксклюзивной. И, безусловно, мы очень конкурентоспособны с существующими картами. Я кратко изложу информацию, которую передал Чавес в последних сегментах. Итак, вас рассказывает о криптовалюте к программе дебетовых карт, верно? Правильно. Так что у нас будет, знаете, 90 будет названием карты. И, в общем, это решение для облегчения платежей по всему миру от криптоактивов к фиатным валютам, где бы ни принимали доллар США, мы сможем оплачивать с помощью нашей карты NinePay. Сотрудничали с Visa, и будет выпущена карта Visa Platinum. И это будет виртуальная карта, которая будет доступна в приложении, а также физическая карта, которая будет доставляться на документ KYC или по адресу, который вы указываете для отправлений. Итак, виртуальная и физическая карта. Доставьте на адрес для выставления счета, и вы действительно можете использовать эту карту для платежей в онлайн-системе. POS, то есть точки продаж в торговых точках. В банкоматах можно снимать местную валюту любой страны, где вы используете карту. Также будет доступно в Google Pay и Apple Pay и многих других платежных системах. Так что 9 плат будут проданы напрямую от производителя. По этой причине будет предоставлено 65% комиссии от крупных продаж. Вы часть нашей команды, поэтому, когда кто-то из вашей сети покупает или продает машину кому-то еще, вы в долгу по комиссиям, партнерские комиссии, 10% бонус, 5% откат, и это также будет добавляться к ранговым и пуловым объемам. Итак, будет три варианта карт на 9 выборов стоимостью $100, 9 прайм стоимостью $500, 9 платинум стоимостью $1000. В 9 выборах и все остальные карты отличаются по... Главное отличие – это лимит трат на одну транзакцию. Таким образом, с 9-м вариантом будет выпущена пластиковая или ПВХ-карта, и лимит на одну транзакцию составит $10 000. На 9-м премиум уровне это будет $50 000, и полуметаллические карты будут выданы, а 9 платиновых станут премиальными металлическими картами или эквивалентом в $1000. И из 100 тысяч для использования в одной транзакции. Это не означает, что вы не можете превысить этот лимит. Так что это кредитная карта
но практически любые криптоактивы, которые вы загрузите на эту карту, будут доступны для вашего использования. Вы можете потратить такую сумму, но только для одного лимита транзакции. Это 10 тысяч за 9 Choice, 50 тысяч за 9 Prime и 100 тысяч за 9 Platinum. Теперь давайте разберем преимущества этой карты. Во-первых, я уже упоминал, что она является частью вас. Мы все Сатоши, да? Так что определенно вы получите партнерскую комиссию за ваш маркетинг, верно? Итак, для этого нам нужно понять уровни, которые вам необходимо достичь, чтобы получить кэшбэк. Если у вас есть два прямых реферала, вы на уровне 1, это первый уровень, 5 рефералов, второй уровень, и 10 прямых рефералов, третий уровень. Итак, теперь к делу. Получить выгоды на свои собственные траты. Это кэшбэк за ваши собственные траты. Вам нужно пройти уровни. Если вы из Тайваня, вы получаете 1% кэшбэка за свои собственные траты. Если вы на уровне Сан-2, вы получаете 2% кэшбэка собственных расходов. А если вы на уровне 3, вы получаете 3% кэшбэка собственных расходов. Итак, чтобы получить выгоду от своих расходов, все, что вы загружаете в этот автомобиль криптовалюту и хотите получить выгоду, это 3%. Это огромная сумма. Для этого вам нужно пригласить минимум 10 прямых рефералов. И эти 10 рефералов могут иметь минимальную стоимость, также 100 долларов. И это будет очень легко, потому что это утилитарный продукт. И каждому, кто занимается криптовалютами, это необходимо. И если вы сравните его с любым другим автомобилем на рынке, мы гораздо компетентнее. Мы можем сделать по-другому. В следующем звонке мы сможем, я смогу рассказать вам все подробности о том, как мы конкурируем. Помни, чтобы получить кэшбэк из собственных расходов, ты должен соответствовать уровням привязки. Хорошо, теперь кэшбэк за траты клиентов, за все, что они тратят, чтобы получить эту выгоду. Вам нужен вариант Бога. Под конец сессии последняя вещь, которую надо было обсудить, это кэшбэк на расходы клиентов, и для этого вам нужен вариант карты. Самый высокий вариант дает тебе кэшбэк 0,3% с расходов твоих клиентов. Минимум составляет 0,1% за выбор онлайн. А второй – это вознаграждение в 0,2% на траты клиентов. Итак, пойми, эти карты практически являются утилитарным продуктом. И всем, кто связан с криптовалютой, так или иначе потребуется этот продукт. И мы гораздо лучше всех существующих карт на рынке, так что это даст вам преимущество. Знаешь ли, мы компания, которая занимается техническими продуктами. Эта карта даст вам возможность расширить свою сеть, привлекая новых людей. Потому что это полезный продукт и настоящий прорыв. Повторяю, мы задаем тренды и совершаем прорывы. Так что помните, вы являетесь частью очень-очень эксклюзивной экосистемы, которая имеет очень-очень ценные продукты. Все, что вам нужно сделать, это понять продукты и рынок. И весь мир открыт для вас. Мы здесь, чтобы обучить вас и помочь вам понять технические аспекты всего этого. На этом мы завершаем сессию. Спасибо и извините за неудобство. И на этом передаю слово вам, Грейс. Давайте завершим. Спасибо. Извинения совсем не требуются, а? Спасибо большое за замечательное обучение. Вы вложили в это столько времени и сил. Вы выразили много информации в короткое время и так лаконично. Большое спасибо за это.